Друзья, здравствуйте! Хочу с вами поделиться видео такой вот мельницы, которая еще в стадии завершения. Она уже в основном собрана, но осталось немножко там еще подключить передвижной жернов. Неподвижный уже установлен. Подвижный жернов ставится через фланец. Фланец уже у меня есть, вот он. Вот. Фланец я уже ранее писал. Ну, оказалось не такой же и легкое удовольствие, потому что надо станок, очень хороший станок. Ну, обычно это используется для этого, чтобы такие сложные фланцы делать, надо станок с ЧПУ. Вот. Ну, сделали очень качественно. Он садится на вал двигателя. Внутренняя здесь гаечка. Здесь фиксатор. Здесь шайбочка. И сюда одевается еще жернов. Жернов пока еще не установлен. Жернов Корунда керамический. Очень прочный. По сравнению с жерновами, которые песчаные в австрийских мельницах, это будет, ну, намного будет дольше служить. Я думаю, не один десяток лет он сможет поработать. Вот. Конструкция, как и в предыдущих было, в мельницах моих. Здесь что здесь есть? Просто мне достался очень хороший мотор. Качественный, работающий почти бесшумно по сравнению с другими. Здесь пусковое реле стоит, здесь конденсатор и осталось сделать здесь, настроить, установить и настроить жернова. Сейчас я открою контейнер и мы посмотрим, что там внутри у нас. Вот контейнер, которого собирается мука. Вот. Вот, вот там сам вал. Вот сам вал. И неподвижный жернов здесь. Вот он. Вот. А это вот резьба шпильки, на которых крепится неподвижный жернов. То есть здесь можно регулировать расстояние между подвижным и неподвижным жерновом. Соответственно, будет разная степень помола. Вот, ну, вот сам фланец, который потом будет установлен на сам мотор. Вот. И осталось еще пару деньков. И мельница будет готова к работе. Конечно, внешний вид у нее, ну, так, не очень. Но зато здесь мотор промышленный, он очень качественный, потому что советские моторы очень хорошие. Вот такая получилась конструкция. Она может быть немножко такая, ну, не эстетичная, но зато этот аппарат, можно сказать, будет вечный. Вот. Так что, пожалуйста, если есть желание у вас сделать такую мельницу, звоните, пишите, я с удовольствием помогу. Даже могу собрать готовую такую вот. Как появится и снова такой моторчик у меня, я еще готов сделать еще такую же мельницу. Так что звоните, пишите. Все, всем пока-пока.